Опачки! Королева? А, ну теперь босс нормальный. А то я думаю, как-то легко, что-то как-то не то. Ну шо, довыёживался? Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Дельтарун. Вторая глава. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Друзья, игрушка проходится просто на одном дыхании. Я ни капельки. Ну, на самом деле, ладно. Ну что тут томить? Конечно же, устал, подустал, но... Хочется идти дальше и дальше. Правда, она вообще не надоедает. Эта игрушка просто... Ну, представляешь, если бы Тоби Фокс все-таки там говорил бы, я делаю только вторую главу, а на самом деле за 3 года бы он сделал как раз еще 5. Блин. О, это игра года была бы, серьезно. Блин, как же она мне нравится, ребята. Так, в общем, мы продолжаем. Я так понимаю, скоро уже будет финал. Это замечательно. Ух, как красиво. Друзья. Единственное, нет русификатора. Да, я перевожу ужасно. У меня есть переводчик, действительно, друзья. Но как он переводит? Ой, в таких моментах, там некоторых, там такой просто кринж. Ну, правда. Так, а вот и начинается у нас... Господи, что это за бурт какой-то? Короче, давай, сейчас мы его разметелим. А, будь... Милым, холодным. Ну, давай попробуем так, я не знаю. Стандарт 5%. Что ему все равно, но он стал более эффективным. А вот, вот, пошло, пошло. Ни хрена себе. Так, слушай, погоди, магию. Давай-ка полечимся, я что-то как-то обосрался немного, по-русски говоря. Так, нормально. Сейчас полечимся. Так, ну все, уже лучше, уже получше все равно, друзья. Как бы уже получше. Ну вот, неплохо. Жесть. Все. Ты и оборотень встретились взглядами. Атмосфера наэлектризована. Все, давай, уходи. Такой сильный противник на самом деле, ребята. Так, ну мы с тобой, конечно, сейчас тут все посмотрим, осмотрим. Ой, розетки эти. Быстрей, быстрей, быстрей. Беги, 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 беги. Так, ну я надеюсь, тут что-то интересное будет, конечно. Они... Так, я вижу, это финал. Да какого, блин, фига? Я наоборот иду... Почему я иду в направлениях таких, где вот, ну... Как так работает это? Ладно, ничего страшного, друзья. Все нормально. Не переживайте. Так, здесь никого. Окей. А, это комната. Ого, эта статуя потрясающая. Да это, по-моему, как раз... Это статуя Сьюзи? Эй, Раузи, мы можем взять это для моей комнаты? А, ты хочешь это украсть? Вы украли статую? Нормально. Так, а мух есть? Так, ну это в принципе... А, никогда не видел, чтобы Наэль что-нибудь другое носила из этого. Здесь каталоги поиска. Похоже, что большинство вещей нельзя было превратить в предметы.
Ничего себе, о чем она там, интересно, мечтает? Ну, как бы, о Сьюзи? Идем вот так. Из поиска, является ли лед реальным криптидом? Это нечто среднее между льдом и еще что-то. Эй, Крис, давай заберем это в твою комнату. Ребята, вы воруете! Мы реально здесь все обворовываем! Это календарь. Каждая страница последний месяц, каждый день 25-е. Что бы это значило? Ну давай поспим. Крис, а если Наэль сюда придет? Да, а что если у нее есть клещи? А ну убирайся оттуда. Реально. Так, ладно, что тут еще интересного-то? Ах, ничего себе комнатка. Смотри, можно как прыгануть, как говорится. Осуждаю такое сразу. Нифига себе. А крыша-то хоть есть? Не холодно тут, нифига. Так, а это что у нас? А, ну третий этаж, то есть мы можем тут, если что, как бы вернуться, побродить, походить. Ну, понятно, понял, понял. Но нас как бы ждет, сам понимаешь, что? Окей. Я так понимаю, уже финальная битва с боссом. Наконец-то, офигеть. Так. Ну все, давай, без происшествий, братишечка, проходим. Блин, розетки дурацкие. Все, прошли на изи. Фух. Я просто вот, смотри, я по этому рисунку уже понял, что это босс. Слишком... Вот она. Королева, остановись прямо сейчас. Ах, мои милые идиоты. Вы как раз вовремя, чтобы стать свидетелем моего мирового господства. Снаэль в моем владении. Это всего лишь вопрос времени. До того, как ее воля повернется. Ну, как бы мы ее уже освободили же. И она освобождает свою силу. Крытие мира... Слишком поздно, задница. Наэль с Бердли. О, тогда кто это? Бердли, но он был перехвачен. Мои контрольные разъемы теперь подходят для подростков. Теперь вся семья может с радостью присоединиться, как говорится, к вечному служению. Нормально, ты вообще придумала. Это куда? Розетка-то в глаза, в рот? Охренеть, что вообще, что происходит? Боже мой. В основном царственный вид, жестокий смех. Тогда подожди, а где Наэль? Смех становится все громче и жестче. О, мне интересно. Я на самом деле знаю ответ. Хватит уже. О, дорогая. Вы двое мне искренне нравитесь. Будет стыдно заставлять служить мне. Невыразимый стыд. Короче, погнали, друзья, валить ее нафиг. Королева блокирует путь. Так, мы можем ее... Что мы вообще можем с ней сделать? Так, ну давай потихоньку, помаленьку. О, плюс 15%, нормально. Королева, подумай о светляках. Разве мы не должны сделать всех счастливыми? Разве это не то, чем я занимаюсь? А, блин, Бердли сейчас начнет такой фигней заниматься. Да боже, да зачем он такой фигней? Да ладно, я все маслины ловлю. Бердли, ты че, блин? А че у меня вообще есть из предметов? Так, ну какие-то хилят, конечно, ребята. Че там насчет... Ага, команду, если что, можем оживить. Соточку, все дела. Так, ладно, сейчас мы подумаем. Так. Надо Бердли сначала, видишь? Сначала надо Бердли. Так, плюс 15%. Подумай, светляки уже были порабощены моими сородичами. Окей. Ох, нифига. Фига, он заполняется еще. Ничего себе.
Интересно, интересно. Этот стакан кислоты создает ей щит. Итак, ты собираешься это выпить? Нет, это все мое, я не могу допустить. Она пьет, ее развели. Так, хорошо. Каждый день они проводят часы, танцуя в сияющем восторге. Наши экраны с забавными... играми каким-то... Ух, ух, фига мы такие жесткие, оказывается. Так, а что у меня? По ХП все плохо, друзья, честно сказать. Так, надо... Ну, определенно надо хилиться. Так, сейчас посмотрим, что вообще есть. Давай, Крис. Док-доллар у меня тут есть. Так, потихоньку, помаленьку. Ну, вот так, все, выпили нормально. Угу. Окей, максималочка есть. Постукивание, чтобы получить радость. Па-па-па-па-пам. Ох, фига себе, блин. Боже, ну почему я ловлю так... Да как же ты, блин, заколебала меня, серьезно. М? Ладно. Ничего. Так, выпила. Опа, на, блин. Пока я недавно, как городской интернет. Короче, погнали ее валить, блин, будем слушать. Угу, вот это, кстати, было не очень трудно. Нормально. Так. Ага, мы можем еще вдвоем похилиться. Это замечательно. Это чуть попозже можно все сделать. Нифига, блин. Капец. Красный дамаг. Не-не-не-не-не, дамаг нам не нужен, ребятки. Нам надо Бердли, понимаешь, как бы активизировать, я так понимаю, да? Так. Щит у ней появился, все дела. Немного отхиливается, все дела. Все, что мне нужно сделать, это расширить этот темный мир. Не надо, пожалуйста. Больно. Больно, больно, больно. Почему же так больно-то? Так, вот теперь надо полюбас нам похилиться. Так, что мы делаем с тобой? Можем, кстати, вот так вот сделать. Круто. Довольно круто, как мы надерем тебе задницу. Хорошо, что у меня нет никаких стандартов для этого. Так, попивает. Блин, я вот не могу понять, друзья, что именно надо прям делать, ребят, с этим попивальщиком, а? Затем мир, который я покрою тьмой, никому больше не придется страдать. Боже, что несет, что несет? Хорош, слушай, вот что-то я под конец-то нормально разогнался. Я надеюсь, я правильно делаю, потому что как-то это выглядит. Каждый может жить в моем прекрасном особняке. Будешь каждый день блаженно ухаживать за мной. Мы оба этого достойны. Блин, что? Ой, блин, начинается. Лайк. Ну, кстати, да, друзья, драма. Оу, май. Так, ну, мы молодцы. Так. Давай, побыстрее. О, нормально. Хорош.
перестань сопротивляться, давай закончим и откроем новый век темноты, новое время. Боже, я даже как-то уклонился целый один раз. Ой, целых два... Ух, нифига, блин. Ну когда там, Бердли, пожалуйста? Мы не позволим вам контролировать всех с помощью... Ха-ха, когда я сказал, что сделаю это. Заколебал меня этот щит, но, ребят, ладно. Точно не файт, мы не можем это сделать. Давай побыстрее, пожалуйста, чувырла, ну ж. Пьет и пьет и пьет. Теперь ты полностью контролируешь Бердли. О да, это просто. Блин, игра крутая, на самом деле. Русификатор уже скоро выйдет, друзья, будем наслаждаться, пока. Пока я немного офигеваю, конечно. Такого перевода, но хоть какой-то. О! О, у меня есть каждый для каждого. Нет. Ай, блин, я забоялся просто. Если честно, да боже. Так, что там по ХП? Ой, по ХП, кстати, вот сейчас немного не очень. Так, ладно. Она пока защищена. А мы с тобой, наверное, все-таки вот так сделаем. Так, давай. Потихоньку, помаленочку. Блин, чуть-чуть остается, надо побыстрее, ребят. Ребята, я думаю, выпила слишком много этой аккумуляторной кислоты в возрасте от 3 лет и старше. Ничего себе. Это не прям сложно, конечно. Все, сейчас она бахнет. Баньк. Хватит, вы дураки. Возможно, вы пережили мои атаки обычные. Но я тайно загружала... Ultimate Move за... Все это время, в общем. Сейчас посмотрим, что будет. Сейчас погибни в лоне моего адского царствования. Загрузка. Ошибка. Ой. Ой, я просто... Я не знаю, где я... Серьезно? Ой, блин, пожалуйста, давай побыстрее, 15%. Это был в последний шаг, должно быть круче, но интернет отключили. А, ну знакомо, да. Ай. Драма. Так, фигня. Ага. Так, 10%. Неплохо для дурачков. Давай, Бердли. Что за? Что ты делаешь? Почему я не могу взять тебя... Твой контроль? Спасибо, мои товарищи. Доброта и милосердие. Теперь пришло время, чтобы я лишил себя свободы. Королева, возможно, вы обладали номером 3. Но сможешь ли ты противостоять против 4? Запуск моделирования для 4. Вы определенно собираетесь надрать мою задницу. Бесполезно. О нет, что это? Подожди на секунду, ты... Трусливая девчонка! Ты! Что с ним? Бердли? Только что был не более чем простое бравадо. Правда в том, что провод уже поглотил все мои сочные энергетические соки. Что-то аж пить захотелось после такого, блин. Бердли, эй, ты в порядке? Все. Получила темнота. Только
Только поцелуй от прекрасной американской девушки может спасти меня сейчас. Вот один вопрос. А где переводчик увидел американскую прекрасную... Кстати, геймер-гирл, между прочим. А смотри, делает так, ты засранец. Он влюбился, прикинь, в Сьюзи Бердли. Что? Ты потерял сознание и все такое, но... Не мог бы ты говорить погромче? Ага, я чувствую внезапно себя лучше. Ах, какое облегчение. Ну, надо поторопиться, спасти Наэль. Так что увидимся позже. А в смысле, а мы чё? Чё, она одна-то пошла, нифига. Ах, дорогая Сусанна, такая загадочная. Сьюзи ее зовут. Но я могу читать ее мысли, сердце, Крис. И она бибикает от любви. Ах, хватит сказок, Крис. Удачи. Пусть умник не будет с тобой. Окей. Будет с тобой, точнее, умник. Ох, пацаны, я уже офигеваю, если честно. Но будет Русик. Ой, зажгем. Крис, твой поступок кажется для меня... Но оставайся оптимистом, мой товарищ синяя птица. Найду способ помочь как-нибудь. Ладно, короче, погнали. А слушай, а давай сохранимся на всякий случай сюда. Потому что я что-то как-то подумал. Ребята. Тут есть еще одно место, где нужен ключ. А мы, похоже, уже все. Финал, ребята. Поэтому на всякий случай я пересохранился. Так. Оп, Сьюзи тут уже. Город. Красивое место, если честно. Так. Рыцарь. Ревущий рыцарь. Сегодня оно соизволило создать этот мир. Протягивает свою длинную руку небу. Он вложил свою волю в этот клинок и сделал фонтан из земли. К сожалению, мир, который они создали, находится в ловушке библиотеки. Если бы у нас был бы способ сделать еще больше темноты, мы бы могли покорить весь мир. Или покрыть темнотой. Именно тогда я поняла. Сила. Эта сила будет... Это сила решимости. Разве не этим обладают все светляки? Если бы был кто-то просто достаточно решительный, неужели никто бы не смог сделать темный фонтан? Итак, тогда рыцарь взял свой... Тогда я просто создам нового. Нель, милая, дорогая, как ты находишься в гигантской руке? Ну, типа, удобно или не? Отлично, и как вы относитесь к мировому господству? На плеуху! О, мамочка! Все? Так легко? Реально? Сьюзи, ты пришла, чтобы спасти меня. Каким-то образом я знала, что так и произойдет. Это ты сделала? Я имею в виду, я... Стоп. Нужно быстро выбраться отсюда, быстрее. А? Опа. Опачки. Королева? А, ну теперь босс нормальный. А то я думаю, как-то легко, что-то как-то не то. Ну что, да выёживался, дружище, а? Готов, блин. Похоже, вам не удалось. Гигантский долбанный робот посреди... Ну окей, сейчас будем валить, я понял. Это нехорошо, она такая непобедимая. А? Она хвасталась своей окончательной формой весь день. Ты думаешь, что рост на несколько футов поможет?
Да. Ух, фига себе. Готовы ли мы взять власть в свои руки? Сьюзи, просто сдайся и... В смысле? Какой сдайся? Ты что? Черт возьми, если мы сдадимся сейчас... Сьюзи? Крис и Ральзи вообще пофиг. Уже отдыхают там, чилят, ребят. Нормально. Ну и что, что у тебя есть другая форма? У нас тоже есть одна. Крис, Ральзей, погнали. Что вы делаете? Это наша конечная цель. А, подожди секунду, что ты упомянула? О нет, похоже, я на равных. Я надеюсь, ты не будешь возражать, если я не буду сдерживаться. Мы падаем. Любые яркие идеи, как мы выберемся отсюда? Мы могли бы просто махать руками. Не бойтесь, ваш рыцарь в сияющих темных доспехах здесь. Бердли. О! Красавчик просто! Крис, Сьюзи, моей энергии достаточно мало, чтобы помочь вам в битве. Но я нашел помощь для вас. Обернитесь, комрады, в твоем квесте против королевы. Ты завел себе всяких приятелей, правда? Используя наше мастерство, мы изменили всех. Работая вместе, я возьму на себя ответственность. Что? Там этот даже... Офигеть, команда, реально! Крис, Сьюзи! Так. Ух. С великолепной базой. Мои сильные JPEG-файлы. Мигающие огни. Хэппи радость. Мяукающий звук. Моя энергия. Песклявый звук. Нежная любящая забота. Свежая стряпня. Организация. И большинство из... Чтобы это не было... Капец, утка это. О май гад. Ну, ребята, я... Наконец-то достойный противник. Погнали. Гига Куин. На. Время для... Сейчас время бороться. Так, погнали. Ох, нифига. А погоди. Ага, все, я понял, как мы с тобой сейчас будем делать. Так, смотри. Нам по любасу надо будет ее, я так понимаю... Да, тут, видишь, нету милосердия, надо так и так будет. Так, потихоньку, в общем. Ах ты, блин. Так, нам надо отремонтироваться по любасу, друзья. Так, 120 хп. Нормально. Хорош. Ой. Хорош. Отлично. Фух. Да, у ней много хп, так-то. И я так понимаю, есть фазы. Ой-ой-ой-ой-ой. Раунд второй. Ух, нифига, это она нормально зарядила по нам.
Блин, это крутая схватка, реально. Вы можете мне тоже помочь организовать. Ух ты, блин. Ух, нифига. Так, короче, жестко, я вижу. Так, что у меня вообще есть? Короче, все плохо, друзья, потому что... Надо будет сейчас трэш-машина. Скейтборды что-то там заливает. Угу. Так. Да господи, надо ей врезать там уже. Ох. Нифига себе. Так, скоро наполнится, кстати, у нас. Да она охренела. Так, что есть? А, кстати. Во, хорош. Self-fix. Есть. Присоединяйтесь ко мне. Ох ты, блин. Так, мы с тобой еще должны обязательно подлечиться. Хорош. Главное, чтобы она не лечилась, потому что будет хреново. Так, третий раунд, да? Пошел. Блин, такой звук был. Так, экстремальные атаки сейчас будут у нее. Ну что же, время закончить. Ух, нифига себе, как это круто сделано. Ладно. Ничего. На! Да боже, ни хрена она! Блин, надо... Да хорош, блин! Фух, я чуть не сдох. Так, нам нужно срочно как-то ее это... вырубать. Атака напоминает на этого, кстати. Да она заколебала просто. Так. Что вообще у нас есть? Ну давай вот это вот применим. Я не знаю, сможем ли мы выжить, конечно, со стольким хп. Выжили или как? Атаки вон, видишь, какие тут. Нам придется лечиться, иначе все будет хреново. Говнюшка. Ну-ка. Не сдавайся. 7 хп, прикинь. Тут полюбас надо. Давай-ка. У нее вообще уже чуть-чуть остается. Вы хорошие оппоненты. Да. Блин, как же она... Моя финальная атака. В
Боже. Да! Еле как я ее победил. Ой, блин, ребята. Перегрузка, перегрев. Вы, может быть, и победили меня. Но у меня все еще есть. У вас троих никогда не будет. Съемных рук. Офигеть. Наэль. Дорогуша. Милая. Сладкая, блин. Да что происходит? Ну-ка. Возьми. Я даю их тебе. И вонзи нож в землю. Создай новую, непобедимую империю. Я... Что-то не так, Наэль. Я знаю, что так и будет. Или должна ли я это сделать с 1% батареи? Раздавить Сьюзи на 8 кусочков. Уходи. Оставь Сьюзи в покое. Ты думаешь, что делаешь меня счастливой? Нет. Я никогда не была счастливой под твоим контролем. Почему ты не можешь это понять? Наэль... Возможно, мои вычисления были неправильно откалиброваны. Наэль. Пренебрежение. Я и с помощью силы выбери мир. И сделай себя счастливой. Королева? Королева, ты в порядке? Разрядилась. Кажется, у нее кончилось питание. Думаю, мы сможем запечатать фонтан, и все будет круто. Королева, она сказала, выбери мир, который делает тебя счастливой. Я не хочу жить в мире, где правит она. Но если бы это было не так, интересно, был бы этот мир таким плохим? А? Сьюзи, не так ли ты тоже думаешь? Я... Теперь, когда ты упомянула... Крис, разве этот мир не лучший? Так, короче, там имелось в виду, что как бы бои, наверное, схватки, это прикольно. Вот это имелось, наверное, ну-ка. Мы делаем так много, друзья здесь, понимаешь? У меня не было никогда такого приключения раньше. С топорами, сражения и магия. Где все может излечиться благодаря маленькому заклинанию. И несмотря ни на что, никто нам не говорит «не делай». Никто нам не говорит, что делать. Господи, да! Даже если сейчас все было действительно... На самом деле это все страшно. Я имею в виду... Ну, сейчас Бердли начнет, блин, свою песенку. Так есть ли какая-нибудь причина не делать этого? Не то чтобы я могу придумать. Я тоже. Тогда, Наэль, пусть это будет моим реальным извинением. Концентрирую всю волю в этот топор. Я хочу сделать новый фонтан и дать волю яркому будущему. Будущее, которое сияет, как мы. Будущее, чья яркость рождается из темноты. Стоп! Что? Что вы в этом мире все делаете? Стоп! Я имею в виду... Стоп! Ты вообще понимаешь, что будет, если ты это сделаешь? Я, ну просто...
Вы принесете... Опа. Опа, что-то пошло, друзья. Что-то пошло. Когда свет поглощает тьму, фонтаны наполняются... Наполняют небо. Так, дальше переводи, переводи, давай! Титаны возьмут эти фонтаны. Примут форму из фонтанов. Вот оно что. Так, а что дальше, дружище? И окутают землю в опустошении. Выжившие темники раздавлены окружающим. Это будет медленно. Один за другим превращаться в статуи. Оставив лайтнеров одних светляков. Ну, я так их привык тоже называть. Боже. Чем это все закончится-то? Это твоя идея о рае? Да. Вот это да. Черт, я не знал об этом. Ты? Но весь ваш план был... Это капец просто. Я просто компьютер, ржу не могу, я не могу знать все. Я просто предполагала, основываясь на действиях рыцаря. Какого черта я хотела покончить с этим миром? Ну, вот и облегчение. Прости, я... После всего я снова доставил вам проблемы, Ноэль. Все в порядке, Бердли, я понимаю. Я думал об этом во время зарядки аккумулятора. Ой, блин. Ты не можешь рассчитать чувства других людей? Ты понимаешь, что я чувствую? Не совсем, я просто не хочу, чтобы Ноэль грустила. Хорошо. Думаю, в конце концов, мы довольно милая команда. Нет, черт возьми, мы этого не делали. Можешь ли ты отпустить нас сейчас же? О, да! Сьюзи. Эй, ты не так уж плохо противостояла королеве. Реально? Да. Просто думаю, нам скоро надо будет просыпаться, а? О, все стало так напряженно, я уже и забыл, что это сон. Я просто надеюсь, у меня будут такие же сны. Ноэль, когда ты проснешься... Ну, я просто... Скажи... Что ж, тогда я полагаю, вам всем пора. Запускаю программу goodbye.exe. О, блин. Я буду скучать по каждому из вас. Ноэль, твоя ненужная честность, что? Сьюзи, твоя глупая храбрость. Крис, твои холодные вайбы. Бергли, Бургли... Это не обязательно должно быть прощание, королева. Крис может взять тебя в наш замок. Вы и наши новые новобранцы можете жить там. О! Отмена, серьезно? Удалить программу Goodbye XZ. Хорошо, время сделать, чтоб... Эй, Ноэль. Боже, я понимаю, какая-то офигенная просто, ребята, игра. Какая она просто шикарная. Блин, через сколько мы следующую главу, интересно, увидим, а? Если ты увидишь настоящую Сьюзи, просто... Просто знай, что она может быть... Послушай, у нее нет хвоста, хорошо? Хорошо. Это ни для кого не секрет. Ладно, погнали, Крис. Все. Разрывная, разрывная. Хвостик-то. Да, друзья, блин. Это просто шикарно, серьезно. Я вот
еще раз прошу прощения, конечно, за перевод, бро, но, блин, какой я кайф. Я все равно, конечно, понял многое, что понял, как бы, все равно. Вот. Крис. Похоже, мы здесь снова, а? Ревущий рыцарь. Кем бы то они ни были, но они создают фонтаны. Рыцари. Но это действительно плохая вещь. С тех пор, как они начали появляться, все стало намного интереснее, не так ли? Но мы не должны думать об этом. Крис, твоя очередь. Твоя душа сияет. Ай, душевно-то как, ребятки. Фонтан закрыт. Ребят, по сравнению с первым эпизодом... Что? Ничего себе. Сон, сон, нам все приснилось, ребятки. А? Что случилось? Это был сон. Сон? Это все сон? Да мы уже знаем твою тайну. Ты что, скривил свой клюв, блин? А, конечно, это все всего лишь был сон. Такие чувства, такие мысли. О, как мило. Подумать только, я бы никогда не подумал, что Сьюзи будет такой. Сьюзи? А, Сьюзи, что ты тут делаешь? А, вы пригласили нас, чтобы что-то поизучать, помнишь? А, да, точно. Что изучать с ними? Наэль, они... Ну, я думаю, мы могли бы попробовать. Я уж думал, что он и останется таким говнюком. Мой будильник? Ах, я опоздал на свою смену в Мисс Бум. О нет, как же, уже так поздно? У нее, короче, батя же в больнице лежит, наверное. Хорошо, прощайте, я должен проверить, собрать свои книжные запасы. Ах, как я люблю текстуры только что подобранных книг. А теперь давайте поспешим, моя дорогая Наэль. То есть как бы... как бы... Как будто ничего и не было. То есть, понимаешь, как бы ничего и не было, друзья. Хорошего дня, Крис и Сьюзи. Пока, Крис. И пока, Сьюзи. Увидимся. Она на хвост хотела. Что? Что такое? Куда ты смотришь? Никуда пока. Ничего себе, да? Капец. Короче, как я понял, это типа они сейчас думают, что им это все приснилось. Брэдли и Наэль. Но как-то они типа вместе, вдвоем спали, поэтому один и тот же сон. Вот. Блин, это круто. Ох, ребята. Блин, у меня даже переводчик уже все. У меня там осталось еще немного процентов. Ну, просто день в историю войдет. Серьезно. Конечно, ну, это кринжово, но что делать? Я захотел пройти. Я хотя бы понял. Надеюсь, и вы тоже. Так, давай. Не выеживайся. Ну-ка. В любом случае, это ее проблема. Так, обращаются с теми, кто спас мир. Крис, погоди секунду. Крис! Мы просто на самом деле спасли мир? Серьезно? Черт возьми, да мы герои. Но никто не знает об этом. Сомневаюсь, что так будет лучше, но ты понимаешь?
Люди бы взбесились, если бы знали, что мир в опасности. Хотя в каком-то этом роде Наэль тоже должна это забыть. Забудь, погнали отсюда. Так, мы с тобой можем походить. На самом деле, что вообще здесь находится? Похоже, это самый современный ноутбук библиотеки. Кстати, хорошая библиотека какого-то фига, смотри-ка. Кто-то оставил его невыключенным. Это мусорная корзина. Вы ощущаете, что у нее нет друзей? Трудно объяснить, почему вы чувствуете это к мусорному ведру. Это компьютер. Монитор ярко мигает. Шкаф просторный и полон всякой различной электроники. Внутри легко бы мог поместиться крупный человек. Различные плакаты, рассказывающие о интернет-безопасности. Безопасности в интернете. Ты вдруг подумал о том, как твой день мог бы сложиться по-другому, если плакат с оранжевым котом до сих пор бы висел на стене. В шкафу полно много запасных девайсов, много мышек, запасные клавиатуры, маракасы. Это зачем здесь? Так, в принципе, что еще тут осталось? Это мусорное ведро. Похоже, кто-то распечатал много бесполезных имейлов. Угу. Так. Ну, по идее, все. Кстати, клубок мусора. Погоди, а что за клубочек мусора? Ты посмотрел на мусорный шар, но ничего не случилось. Круто. А карта? У тебя были карты на руках. Ты почувствовал хрупкость на пальцах. Ладно, друзья, все, наверное, мы с тобой пока что заканчиваем. Я так понимаю, все, последняя серия финальная будет. Сегодня прям капец. Капец, я, блин, постарался. Я прошу еще раз прощения, друзья, что так именно переводим. В принципе, ну, могло бы быть, наверное, хуже. Вот, но могло бы быть и лучше. Вот. На этом все. Спасибо тебе огромное за просмотр. Бай-бай, дорогой братишка.